Игорь Сикорский. В 1912 году он построил первые в мире четырехмоторные воздушные гиганты, назвав их Грант и Илья Муромец. Доктор Роберт Брюс и его тренажер для диагностики сердечных заболеваний. 1852 год. США. Артель лесорубов, Российская империя, Архангельская губерния. 1910-е годы. Паровоз ИС-20-16. Самый мощный в истории советского паровозостроения. 1937 год. Вертолет К-15 и Аэросани на базе автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Москва, Тушино, 1959 год. Преподаватель Южно-Калифорнийского университета объясняет студентам физику серфинга. 1970-е Лос-Анджелес. Противодействие санкциям СССР, 1982 год.